Пожар на заводе крупнейшего в стране нефтегазоперерабатывающего комплекса мог повлечь за собой необратимые последствия. К счастью, незамедлительное вмешательство пожарных бригад предотвратило это. Как сообщают спасатели, пожар был на заводе номер 2, где расположена установка получения химического состава, а именно легких углеродов. Сообщение о возгорании на пульт дежурных поступило в 15:55, а потушили огонь только к 20:35, что объясняет масштаб произошедшего. Начальник областного департамента ПЧС Маргулан Манбаев на экстренном совещании с акимом области Ералы Тукжановым отчитался о текущей работе по установке причины возгорания. После поступления сигнала о пожаре на место была отправлена бригада в течение 3 минут. Сначала с огнем боролись 4 спецтехники и с помощью гидранта 20 пожарных тушили огонь. Также мы подключили бригады из Тимирского, Мугалжарского и городских пожарных частей. Возбуждено уголовное дело по статье 292 «Нарушение требования пожарной безопасности». Будем устанавливать причину пожара и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших сотрудников. Также будем вести с ними беседу, чтобы узнать о том, как случилось возгорание на заводе. 4 пострадавших вследствие пожара были госпитализированы в больницу Кинкияка. Это мужчины, среди которых механик, машинист и 2 слесаря. Диагноз пострадавших – термический ожог. Если говорить в общем, то они получили 45,5% ожогов тела. Это первая и вторая стадия. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пока находятся в Кинкиякской сельской больнице, куда были доставлены вчера в 16:30 часов. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время с помощью санавиации будут доставлять их в Актобе для дальнейшего лечения. О причинах возгорания департаменте ПЧС пообещали информировать после проведения необходимой экспертизы. Сейчас на промышленном предприятии идут проверки. Также территория возгорания была осмотрена с воздуха. Тамирис Жумабаева, программа «Факт».